Под Черкассами сельсовет Свидевок отдал под застройку сосновый лес. Его территория вплотную прилегает к микрорайону города и долгие годы служила для местных жителей зоной отдыха. Но неожиданно там появился собственник, который принялся сносить детскую площадку и готовить участок под строительство дома. В ситуации разбирались наши корреспонденты. Эту небольшую детскую площадку на окраине соснового леса 3 года назад установили жители окрестных домов микрорайона Дохновка. Люди самостоятельно расчистили территорию, создали для себя зону отдыха. Но, похоже, игра детям здесь уже не придется. Год назад неожиданно объявился хозяин земли. Все качели были убраны, на кучу скиданы. Оказалось, объявился власник. Он купил этот участок от Свидевка. Как оказалось, эта территория не принадлежит Черкассам. Сотрудник городского управления архитектуры показывает карту, согласно которой в 2008 году сельсовет соседнего поселка Свидовок отвел себе этот земельный участок, даже не согласовав с городом. Хотя обязан был это сделать. Участок входил в генплан развития Черкасска как зона рекреации. Позиция мэрии міста Черкаси наразі саме при цьому керівництві не виділяти жодним чином земельні ділянки зелених насаджень. Свідівська сільська рада випередила, тому що масиви на межі з мікрорайоном Дахновка були роздані, приватизовані громадянам. Свідівський сільсовет став чемпіоном по виділенню землі під застройку. К берегу Дніпра тут уже не подступиться. Везде фешенебельные коттеджи и, похоже, что на очереди окрестные леса. Правда, на карте в холле сельсовета участок на границе с Черкассами значится как пешеходная зона с зелеными насаждениями. Нынешнюю главу села Светлану Вовк больше года назад прокуратура подозревала в получении взятки за выделение земли. Но чиновница до сих пор остается на своей должности. Несмотря на рабочий день, на месте застать ее не удалось. Да и ее подчиненные не горят желанием общаться с прессой. Никто не занимается. Дайте мне декларацию сдать. Жители Дохновки возмущены. Люди уверены, сельсовет Свидовка забрал у них лес незаконно и не без помощи тогдашних властей. У меня есть претензии особисто до работы державных органов, которые, я вважаю, все час обронили этот шматок земли, яким використала сельская рада. Местные жители уже обратились с заявлением в прокуратуру, но там лишь разводят руками. Дескать, землю застройщикам выделили на законных основаниях. Да и леса на этом участке никакого нет. Дубы и сосны на балансе нигде не числятся. Нам говорят райлес, что это не их лес, и это не решено так, это не их земельная делянка, понимаете? Это не значит, что это не лес? Де по факту так, тут растут дерева. Отвоевать рекреационную зону у жителей Дохновки через суд тоже вряд ли получится. Срок исковой давности по выделению этого участка истек еще в 2011 году. Лина Зеленская, Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности телеканал Интер, Черкасская область.